Всем привет! Вы на канале «Ановчане», с вами Наташа. 26 мая 22-го мы с вами пришли на центральный пляж, чтобы посмотреть, какая здесь у нас обстановочка за несколько дней до начала лета. Начнем мы наш путь от края центрального пляжа, который прилегает к центральной набережной. Здесь уже мы видим скопление водорослей, вот это самое нелицеприятное явление центрального песчаного пляжа Анапы уже не радует наш глаз и даже уже частично нос. В этой части, где вот скопление водорослей, уже даже и немного неприятный запах стоит. И лебеди, да, зимние, в основном межсезонные гости нашей большой Анапской бухты, собственно, как и малый. А вот до сих пор можно их здесь встретить. Пока что люди еще массово не занимают прибрежные воды Анапы. Они здесь еще пока чувствуют себя комфортно. Ну, а чем дальше к пику сезона, чем теплее вода в море, чем больше людей в море, тем меньше лебедей, соответственно, в море. Итак, друзья, сегодня, несмотря на то, что ясная солнечная погода, тем не менее, мало радует ветер. Он достаточно напористый, такой противненький, не дает вот до конца ощутить вот это предлетнее майское тепло. Но, мне кажется, люди, которые сегодня вышли на пляж загорать и дышать свежим морским воздухом, мне кажется, они настойчивее, чем этот ветер. То есть ветер им не помеха. Все, кто сейчас отдыхают в Анапе, разумеется, пользуются каждым солнечным деньком. Все еще повсеместно вдоль пляжа можно слышать всякие звуки ремонтных работ, какие-то пилорамы, молотки. Все еще идет подготовка территории к сезону. То есть вот до лета осталось несколько дней, а все еще люди, которые отдыхают, в том числе на пляже, вынуждены слушать вот такие неприятные звуки. Мне кажется, это все-таки ощутимый недочет. Мэр обозначил готовность центральных курортных территорий 1 мая, но я подозреваю, даже и 1 июня можно будет слышать эти звуки. И что мы наблюдаем, друзья? То, о чем я говорила ранее. Люди настойчивее, настырнее, чем сегодняшний неприятный ветер. И вот располагаются на бережку, на своих полотенчиках и загорают. Я, признаться, уже прошлась вдоль берега и видела даже женщину, которая загорала в купальнике, но при этом накинув на плечи куртку. Это вот туда дальше, к речке Анапке. Кстати, вот если пройтись по всему берегу центрального пляжа, то можно отметить, что чем ближе к набережной, тем ветер послабее, а чем ближе туда, в сторону Пионерского проспекта и к речке Анапки, тем ветерок покрепче. Так что вот здесь и людей больше,
И, возможно, это как раз-таки признак того, что в этой части пляжа комфортнее. Кстати, лайфхак, друзья. В ветреную погоду вот можно отойти от кромки моря немного подальше, вглубь пляжа, и здесь уже его ощущается значительно меньше, и можно даже ощутить, как припекает солнце, так скажем, кайфануть на 100%. Напротив центрального входа на пляж, напротив Кирпинских ворот, максимально большое количество людей. Так и сейчас, сегодня, 26 мая, то же самое. Тут даже можно увидеть, не сказать, что заплывающих, но пробующих зайти в море, вот даже с такими малютками. Температура воды в море градусов 16 всего. Весна в этом году не очень-то радовала теплом, поэтому температура воды в море к лету еще пока что не прогрелась до комфортных температур. Кому-то совершенно не помеха такая холодная вода в море. Смотрите, пальцы как ни в чем не бывало. Вот вы на них смотрите, и вот сколько градусов вы дадите температуре воды. Да, совсем не скажешь, что она плюс 16. Ладно бы еще освежиться в прохладном море, а потом выйти в температуру воздуха, там, ну, не знаю, градусов 28, да? Было бы круто. Так ведь еще и выходишь из этого прохладного моря в температуру воздуха около плюс 20, потому что вот этот вот ветер прохладный, противный, не дает раскочегариться. Но смотрите, людей могло бы быть больше, да, но с условием комфортные погоды, я думаю, людей достаточное количество. Не думаю, что среди них есть местные. Думаю, это все отдыхающие. И, разумеется, если уж приехала она поотдыхать, нужно брать от отдыха по полной. Вот такой, друзья, экспресс-репортажик для всех тех, кто держит руку на пульсе, кто ежедневно следит за тем, как прогревается Анапа к вашему приезду. А по прогнозу у нас позитивные перспективы. Да, температурка будет радовать, будет все теплее, будет все комфортнее, мы наконец-то перестанем жаться от прохлады и ветра. Наконец-то на пляже можно будет расслабиться. Ну и, конечно же, самое главное, повышенные температуры воздуха способствуют прогреванию моря. А это, мне кажется, чуть ли не самое главное, да? Теплое море для всех тех, кто собирается на отдых в Анапу. Так что я желаю вам теплого моря, безоблачного неба, отличного запоминающегося отдыха. С вами была Наташа. Еще обязательно увидимся. Пока!